Майя Санду приглашает Игоря Дадона на публичные дебаты. В обращении на своей странице в Фейсбуке лидер ПДС подчеркивает, что граждане должны знать, что сделал оппонент за период президентского мандата. Приглашаю кандидата Игоря Дадона на публичные дебаты в период с 26 по 30 октября. Граждане вправе знать, что сделано президентом за 4-летний срок. Подробности публичных дебатов будут объявлены позже. Наши граждане заслуживают президента, который не боится дебатов и не прячется от людей. Ответ последовал также через социальные сети. Игорь Дадон напомнил, что не планирует участвовать в дебатах, по крайней мере, в первом туре. Мы очень четко сказали в начале этой кампании, что не будем участвовать в предвыборных дебатах до 1 ноября. Вне зависимости от оппонентов, не буду называть кандидатов по имени. Мы выбрали диалог с гражданами. Я предпочитаю такие беседы. Предоставляю возможность оппонентам вести дебаты между собой на любом телеканале. Публика ТВ организует избирательные дебаты 10 и 11 октября, начало в 19:00. Ретрансляцию проведут телеканалы «Прайм», «Канал 2», «Канал 3» и «СТС».